Всем привет! Один средний кабачок натираем на терке. Жидкость выжимаем и кабачок выкладываем в миску. Добавляем лучок, одно яйцо, 2 столовых ложки сметаны, пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем. Солим, перчим, посыпаем любимые приправы. 2 столовых ложки муки. Перемешиваем. Должна получиться масса вот такой густоты. Выкладываем на противень. Я использую силиконизированную бумагу для выпечки. Формируем из теста прямоугольнички. И отправляем в духовку 180 градусов на 25 минут. Вытаскиваем, даем слегка остыть. Аккуратненько снимаем с противня. У нас получаются вот такие аппетитные, вкусненькие блинчики без капли жира, которые можно использовать с любой начинкой. Нам потребуется плавленый или творожный сыр, зубчик чеснока, измельченный укроп. Все перемешиваем. Намазываем приготовленную начинку на блинчики. Выкладываем нарезанные помидорки и закручиваем в рулетики. Разрезаем наискосок. И у нас получается вот такая вкуснота и лепота. Рекомендую попробовать сделать. Это очень вкусно, очень сочно, нежно, с необыкновенной вкусной начинкой. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи, пока-пока!